Холодный атмосферный фронт со снегом и дождем, парализовавший ряд стран Европы, в среду накрыл и Испанию. В связи с этим службы спасения в 42 провинциях страны были приведены в состояние повышенной готовности. В северной провинции Астурия из-за снегопада закрыли 13 дорог. В некоторых университетах отменены занятия. Также покрыло снегом регион Кастилия-Ла-Манча, а в граничащей с ним на юге Андалусии прошли сильные дожди. В Басконии объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам, здесь выпадет до 400 мм осадков. Ожидается, что основная масса снега и дождя придется на северную и центральную части Испании. Днем ранее снегопады парализовали движение в других странах Европы, в том числе Бельгии, Швеции и Франции. В Сербии и Румынии осталось без электричества несколько населенных пунктов.